Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Астрологи рекомендуют этим людям научиться планировать свои дела, чтобы не оставаться в бедственном положении из-за очередного азартного приключения. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Обладатели буквы «П» в имени смелые, настойчивые, эмоционально реагирующие на все происходящее люди. Они находят красоту в любых ее проявлениях. Реализоваться такие личности могут в сфере искусства, медицины, религии, философии и метафизики. Они получают удовольствие, когда проявляют заботу об окружающих, хотя им часто самим недостает поддержки и заботы. Человек способен наметить неприступную вершину, покорить ее и, не раздав всех интервью и автографов, отправиться на штурм новой, где ему ничего не знакомо. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неравновешенными, нервозными. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. На поле битвы такие люди часто безрассудно храбры и имеют все шансы быть убитыми быстрее других. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.